Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас очередная готовочка. Сегодня я хочу приготовить куриное филе с овощами в духовке. Давайте перейдем к столу. Так, ну вот мы у стола. Значит, что нам понадобится? Понадобится нам перец болгарский, кабачок, куриное филе, морковь, сыр, лук, томат, зелень, сметана, чеснок, ну, соответственно, сам противень. Так, духовочку я разогрел до 200 градусов. Давайте сейчас все на противень выложим. Так, для начала сначала уложим перец в самый низ, распределим его. Так, все, перец распределили. Теперь укладываем кабачок. Так, вот уложили кабачок. Так, теперь укладываем мясо. Мясо. Так, мясо мы уложили, теперь мы укладываем морковь. Морковь мы уложили, теперь у нас немножко томата. Томат положим. Так, накидаем. Во. Все, теперь кладем лук сверху. Засыпаем. Так, засыпали луком. Теперь кладем чеснок. Чеснок. Так. Теперь кладем сметану. Сметанку. Так, положили сметанку, но теперь добавляем соль, специи. По так, вкусу. И специи у меня получается паприка, хмели сунели и соль. Так, ну вот, теперь вот эту красоту убираем в духовку минут на 30-40. Так, вот у нас еще остался зелень и сыр. Сейчас мы ее доведем до полуготовности. Соответственно, покрошим сыр и зелень. И еще минут 10-15, и блюдо готово. Давайте уберем в духовку. Духовочка у нас стоит на 200. Одеваем варежку. И отправляем в духовку. Так. О, ну все, минут 30-40 ждем, смотрим, что у нас получилось. Так, сейчас у нас блюдо приготовится, мы сейчас порежем зелень, все это дело посыпать. Так. Ну и натрем сыр на крупной терке. Вот на этой. Так, ну вот что у нас получилось. Все, давайте теперь сейчас это все посыпем сверху. Так, ну вот мы достали с духовки. Давайте сейчас насыпем сыр. Так, и зелень. Так. И отправим это обратно в духовку. Минут на 5-10. Так, ну вот прошло 10 минут. Давайте посмотрим, что там получилось. О! Такая вот вкусняшка у нас вышла. Просто объедение.
Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!